Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Мы приветствуем вас на весеннем эстрадном концерте филармонического джаз-оркестра Республики Татарстан. Главный дирижер оркестра Марат Николаев. Дирижер оркестра, заслуженный деятель искусств Татарстана, профессор Анатолий Василевский. Художественный руководитель оркестра, заслуженная артистка России, народная артистка Татарстана, профессор Лидия Ахметова. «2014 год проходит в России под знаком Года культуры, а в Америке и в некоторых других странах мира второй месяц весны, апрель, считается традиционно месяцем джаза. А завтра, 30 апреля, весь прогрессивный джазовый мир, и мы в том числе, будем отмечать Международный день джаза. Всегда в душе восторг у нас, когда оркестр играет джаз, в нем зажигают саксофоны, им вторят трубы и тромбоны. Поздравим всех, кто джазу служит, и всех, кому он просто нужен. Пусть слава ждет всех музыкантов нелегкого труда талантов. Пусть им сопутствует успех, а джаз станет любимцем всех. С праздником! С Международным днем джаза, дорогие друзья! Нам в сегодняшней концертной программе прозвучат мелодии, проверенные временем, которые настраивают нас на ностальгическую волну, которые навевают на нас приятные воспоминания. Прозвучит музыка для разных возрастов. Ну а сейчас вспомним, давайте вспомним те годы, когда в Советский Союз очень редко приезжали джазовые музыканты, за исключением, пожалуй, Луи Армстронга и Каунта Бейси, никого и не было практически. А в Казани в это время кипела своя джазовая жизнь. И отрадно, что такие джазовые традиции продолжаются. Только что отзвучала знаменитая «Катюша» в джазовой обработке Олега Лундстрома. Ну а продолжит программу блистательная музыка из репертуара оркестра Гленна Миллера. Кстати, в этом году вся музыкальная общественность мира отмечает 110-летие со дня рождения Гленна Миллера. И так звучит его знаменитая «Серенада лунного света». Играет оркестр, дирижирует Анатолий Василевский. Thank you.
Но сейчас, дорогие друзья, для вас поет Евгений Шорох. Добрый вечер всем. Very few ever played to Mother West, to the highway, to the my way from the best. Get you kicks on Route 66. Very wild from Chicago to LA, 2,000 miles all this way. Get you kicks on Route 66. We're going to St. Louis, down into Missouri, Oklahoma City, so look so, so pretty, see. I'm a little guy of New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget my name, Kingsman, Burstow, San Bernardino, with you, getting hit with candy tree, and go take with California tree. Get you kicks on Route 66. St. Louis, down to Missouri, Oklahoma City, so look so, so pretty, see. I'm a little guy of New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kingsman, Verso, San Bernardino, about you, get your feet with Cali tree, and go take with California tree, get your kids. Kicks on Route 66. Get you kicks on Route 66. Get you kicks on Route 66. Спасибо. Georgia, Georgia, we're holding through. Just in our sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia, Georgia, what song are you? Just in sweet and clean keeps moonlight through the pine. Have your arms reach out to me. Have your eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams, I see this road leads back to you. No, no, Georgia, Georgia, no peace I find. Just in our sweet song keeps Georgia on my mind.
Avirars reach out to me. Avirars smile tenderly. Still in peaceful dreams, I see this road leads back to you, Georgia. Georgia, no peace I find. Just in Auschwitz keeps Georgia on my mind. Just in Auschwitz keeps Georgia on my mind. Евгений Шорох. Приятно отметить, что сегодня у нас появилась возможность пригласить юных музыкантов выступить на одной сцене с профессиональными джазменами. Ведь в каждой области человеческой жизни очень важна преемственность поколений, когда дети равняются на взрослых, учатся, развиваются и изнутри постигают секреты джазового исполнительства. И я надеюсь, изюминкой сегодняшнего вечера станет выступление одного из лучших джазовых коллективов, детских джазовых коллективов республики. Итак, встречайте, это симфоджаз-оркестр детской музыкальной школы номер 16, которая по праву носит имя великого Олега Лунстрома, руководитель симфоджаз-оркестра, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан Анатолий Василевский.
Сегодня необычный вечер. Сегодня мы задумывали наш концерт как синтез, как сплав двух жанров – джаза и советской эстрадной музыки. Ведь именно в таком ракурсе творили, работали знаменитые оркестры и под руководством Олега Лундстрома, и под управлением Виктора Деринга. И, конечно же, вы, наша уважаемая публика, ждете продолжения лучших традиций. И сейчас на эту сцену я приглашаю заслуженную артистку Республики Татарстан. Итак, встречайте, для вас поет Марина Самкова. Музыки, счастья, весны, хорошего настроения. Я благодарю вас за то, что вы нашли возможность и желание прийти сюда сегодня, порадоваться вместе с нами настоящей живой музыки. На водных лыжах ты летишь, за спиной растает след от водных лыж. Ты услышь их музыку, услышь, как от волшебного смычка такая музыка. Уведу тебя от дома, веду у всех знакомых.
знакомых уведу. Уведу, быть может, на беду, одной натянутой струной мы связаны. Следа, все смыло без следа, ложь не нужна. Хлопаете, значит, жизнь вы меряете любовью, это точно. Мы делаем то же самое. Без этого нельзя. Нам от него отрекаться не надо. Пускай в моей жизни не все получилось, но верить в любовь я не разучилась. Я в жизнь привыкла любовью мерить. Мне легче обмануться, чем не поверить. Холодной. Да мне безразлично, кто будет честнее. Мне хочется верить, а это важнее. Я в жизнь привыкла любовью мерить. Мне легче обмануться, чем не поверить.
наверное, опять поступаю неверно. А все-таки надо бы остерегаться. Но как же любить, если не доверяться? Вместе я жить привыкла, любовью мерить. Мне легче обмануться, чем не поверить. Марина Самкова и филармонический джаз-оркестр Республики Татарстан.
симфо-джаз-оркестр детской музыкальной школы номер 16, руководитель Анатолий Василевский и филармонический джаз-оркестр Республики Татарстан. Инструментальный ансамбль «Озорные ребята». Ну а сейчас, дорогие друзья, мы с вами окунемся в атмосферу раннего джаза, когда царил стиль маленьких горячих ансамблей 20-х годов прошлого столетия. Как вы уже догадались, мы сейчас услышим «Диксиленд». Когда мы слышим этот стиль, то каждый зритель и слушатель без исключения понимает, что звучит подлинный джаз. Казалось бы, «Диксиленд» — это нечто устаревшее, архаичное, но тем не менее, услышав его, вы почувствуете, что это юная, молодая, вечно зеленая и задорная музыка, которая является и источником вдохновения для любого джазмена. Так сложилось, что в Казани не было своего отдельного ансамбля на государственном уровне, как, к примеру, уральский или ленинградский «Диксиленд». Но сегодня мы с вами будем свидетелями большого счастья, что в сегодняшнем концерте возрождаются традиции «Диксиленда», который, конечно же, жил в недрах биг-бендов Олега Лундстрома и Виктора Деринга. Итак, встречайте «Диксиленд» филармонического джаз-оркестра Республики Татарстан. Thank you.
Я просил я быть на свидании, просил о встрече, как всегда. Ты улыбнулась, слегка смутилась, сказала: да-да-да. С утра побрился и галстук новый, в горошек синий я надел. Купил три астры, в четыре окна я прилетел. Я ходил, и я ходила, я вас ждал, и я ждала, я был зол, и я сердила, я ушел, и я ушла. Мы были оба, я в аптеке, а я в кино искала вас. Так значит завтра на том же месте, в тот же час. Спасибо. Спасибо. Share a love divine. Please don't make me wait again. When will you say yes to me? Tell me quando, quando, quando. You mean happiness to me. Oh my love, please tell me when. Every moment of the day, every day seems a lifetime. You're beyond compare. I can wait a moment more. Tell me quando, quando, quando. It's me that you adore. And then darling, tell me when. Я не слышу вас сказать. Let me show you the way. Your journey and compare. I can wait a moment more. Tell me quando, quando, quando. See, it's me that you adore. And then darling, tell me when. Oh, my lover, tell me when. Oh, please, my baby, tell me when. Oh, my darling, tell me when. Please tell me when. Woo! Как настроение, Казань? Я не слышу вас! Молодцы! Ай-яй-яй!
скажет, кто такая любовь. Нам никто не объяснит, сколько жизни в любви. Знаешь, сколько, 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 как огонь в твоей крови. Гаснет, чтоб гореть опять, о, нам гореть опять. Нам с тобой гореть опять, в нем гореть опять. И нам сегодня зажигать. Я желаю, чтобы у вас в сердцах этой весной всегда сияло яркое солнышко, и пусть никакие тучи не закрывают его никогда! Sole, un'aria serena dopo una tempesta, e l'aria tresta, pare già una festa. Che bella cosa una giornata sole. A te. Oh sole mio, sta in fronte a te, sta in fronte a te. Quando fa notte, oh sole se ne scende. Vieni quasi una malinconia sotto la finestra, poi arrestaria quando fa notte, sole se ne scende. Ma non tu sole, più bello. После бури солнце, его волшебный луч всех освещает. И к новой жизни весной нас пробуждает. Как ярко светит после бури солнце. Oh,
святе. Сейчас для вас вновь поет Марина Самкова. Будьте счастливы, будьте любимы, любите сами. Я вам желаю огромной-огромной счастливой любви на всю долгую жизнь. Thank you.
точно она должна сгореть без следа. Скажи, узнать мы могли откуда, узнать при встрече могли откуда, что ты моя, а я твоя любовь. Пришлось скитаться среди туманных миров, скитаться за тем, чтоб мы с тобою, мы друг друга нашли. А вдруг прикажет судьба расстаться, опять прикажет судьба расстаться при свете звезд на краю земли. Исчезнет разлук во вселенной этой, не счесть потерь во вселенной этой, найти любовь, найти любовь всегда нелегко. И все, тебя я ищу по свету, опять тебя я ищу по свету, ищу тебя среди чужих. Джаз-оркестр Республики Татарстан. Все равно ты будешь ладушкой, для меня ты будешь ладушкой, лада. Половинки пестрых радуг, половинки пестрых радуг соберу назло дождем. Мы умножим нашу радость, мы умножим нашу радость и разделим пополам. Хмуриться не надо, лада. Хмуриться не надо, лада, для меня твой смех награда, лада. Даже если станешь бабушкой, все равно ты будешь ладушкой, для меня ты будешь ладушкой, лада.
Муриться не надо, лада. Муриться не надо, лада. Для меня это смех награда, лада. Даже если станешь бабушкой, все равно ты будешь ладушкой. Для меня ты будешь ладушкой, лада. Сегодняшней праздничной концертной программы визитная карточка оркестра, музыка из репертуара оркестра Гленна Миллера «В настроении». Джаз-оркестр Республики Татарстан. В весеннем эстрадном концерте принимали участие Евгений Шорох, Анатолий Капустянский, Игорь Барбаков, заслуженная артистка Татарстана Марина Самкова,
Филармонический джаз-оркестр Республики Татарстан, главный дирижер Марат Николаев. Дирижер, заслуженный деятель искусств Татарстана, профессор Анатолий Василевский. Художественный руководитель, заслуженная артистка России, народная артистка Татарстана, профессор Лидия Ахметова. Программу представила лектор-музыковед Эльмира Ханиева.